Приехали со Светланой в магазин Вавилон. Светлана пошла в Вавилон купить салаты. Сейчас подожду, так пойдем в этот еще магазин, зайдем в Аврору. Не хочу в Вавилон заходить. На кассе там очередь, это Светланка быстренько побежала. Сейчас купит салат, то придет. А мы еще поедем. Заедем к этим. О, Господи, в эту клинику, где Барик был. Так купим корма нашим барбосам. Купим корма. Этот магазинчик возле Вавилона Аврора. Неплохой магазин. Там Светлана хочет себе пакеты купить. Что-то там такое. Да заодно я зайду посмотрю. Погода сегодня хорошая. 21 градус тепла. Ну то что ветерок продувает. А так капитальная погода. Вы, ребята, сирени нарвали, идут. Скоро у нас же будет сирень. У нас будут белые, красные. Светланка, приехали. Ну, Светланка. Огромный привет. Да, сейчас будем садить вот такие лилии. Если меня помните, я, кстати, они мне были вот здесь, три лилии. Я их выкопала на зиму, потом посушила и опять их посадила там, где я посадила то, что мне подарил Карик. С Кэрри мне подарили хризантемы. Я их немножко в себя привела, и они, вижу, потихонечку уже выходят. Ну, кстати, покажи, Андрюша, где он. Вот тут я посадила. Вот тут. А вот эти хризантемы, вот это, видите, он уже зеленое вылазит. И вот это то, что Гарик скорее подарили. А между ними я вот тут посадила две лилии у меня и гладиолусы вот тут будут. А здесь мы собираемся посадить... лилии, 4 штучки. Они очень пахучие. В том году, кстати, я дарила на день рождения коллеги. Мне очень понравилось. Сейчас мы быстренько посыпем немножечко сюда земли и водички. Дай мне, Андрюш, водички. Давай, я тебе налью. Угу. Давай. Вот так. Все, хватит. Доля пришла помогать. Помощница. Вот так. Так. Посадим. Она, кстати, уже даже пустила вон красные эти, ага, побеги. Вот видите? Пустила, да. Вот так. Особенно ее зарывать не будем. Ну, вот так. Доля, не лезь. Доля, не лезь, пожалуйста, туда, да, Мик? Она уже что-то камни таскает. Да, мне интересно. Чудо-то гороховое. Что ж, я даже землю еще не покапала. А то потом ты уже там давай делай. О, сирена. Сирена. Вот видите, как горожек. Ну, а, да, она уже пустила. Хорошо, да, она сейчас так, если ее оставим. А что так сильно закрываешь их? Вот так и оставляй, чтобы было. А там ты закрыла полностью. Я просто сверху прикрыла землей. Ну, я не знаю, чтобы Доля мне их не повытаскивала. И сейчас сверху не может... Нет, Доля не будет вытаскивать. Еще сверху надо будет сейчас еще полить. Я полю, полю. Хорошо? Полю. Так. Две. Эти две. Так. Вот так. Да, Доля помогает, мама. Доля помощница наша. Доля, прекрати лазить там. Высокий уровень небезпеки. Пройдите найближчий укрытие. Высокий уровень небезпеки. Они в этом году будут? Доля, не лезь. Конечно, они сейчас будут. О, ёшкина мать. Ого-го. Недаром говорила Арина. Испугалась? Смотри аккуратно. Иди домой, я досажу. Иди. Мама, иди в хату. Иди в хату, мама. Мама, иди в хату. В хату иди. Так, иди в хату. Иди в хату, иди. Иди помалу в хату, иди. Света, бегом в хату.
Забирай мать, идите домой. Давай, Виля, забирай долю. Быстро, давай, давай, быстро. Тут телефон, я тебе подам. Иди, забирай маму. Это бабахнуло. Да. Шутки шутками. Вот вам и посадили. Ладно, я уже буду поливать. Куда? О, елки-палки. Полетит. Да. Мама ходит, пускай идет домой. Где они там? Чтобы на улице не ходили. Пускай домой заходят. Ну, уже ветром, видите, поздувало. Листочки попадали. Света, домой! Ну, это что вы тут стали? А что вы тут стали? А? Сейчас позвоню, сейчас. Давай. О, опять оно где-то там. Я знаю. Доля бегом уже домой. А пацаны со страху сразу кушать, не? Моментом. Так, гэпай, мама, то лучше домой идти. Ну, пока не чуть. Ешь, Вильчик, ешь. Добро, что Вильчик не боится. Это я чуть-чуть отсуну. Отсуну трохи подальше. Да я знаю, Вильчик помалу ест. А косточку так и не схватили. Доля может потом доесть. Напугалась, как бахкала? Ну, развлекалась. И только развлекалась. А ты Чарлик в хате, наверное. Та доля сильно испугалася, да? Ну я так не так. Мені здається, що оттуда. Ох. Ну десь з тої сторони. Що? Звук. То два рази було чути. Два десь рази? Як. Угу. Перший раз хорошо було чути, а другий раз чуть далі. Два рази. А ти тільки чула один раз? Хоч поколі на що їхав. А ти один раз тільки чула, чи що? Ну мені здається, один раз. Ну, я Колі дзвонив, Коля казав, що йому не чути було. Я ж так то чуваю. Віля в мене на руках, що руки поцарапав. Ой, важкий хлоп. Ну, Віля, да. Таке на топ. Віля тяжеловатий. Що? Таке на топ. Йдемо поливати огород. Пошли. Завтра вже треба газон косити. Да, косив. Уже все. Іду я поливати. Да? Полив огород. Перепугалися дівчата. Зараз треба ще тимоху занести. О, лучок як росте хорошо. Камушками пооблажував, щоб видно було, що вона росте. Потім, мабуть, треба якийсь такий маленький заборчик зробити. О, сейчас будем поливать. Уже вроде отбой уже все, сирены нет. Это, в принципе, какая разница, что сирена, что отбой. Все равно надо поливать. Что так, что так. Дождей нету. Земля сухая. Да, хорошо полить. Я здесь шлангом поливаю. Поливом не поливаю, потому что не хочу. Я только газон поливом поливаю, а огород со шлангом. Хай не стрес снимает мячиком.
буду бросать ей мячик. Доля хоть уже, слава богу, успокоилась. Так, Долечка, давай. Та щось не знаю, де я той ключ дів від сараю, без поняття. Чи десь в штанах, куди я його положив, я не знаю. Не можу знайти я ключ і все. Хорошо, що в мене був ключ запасний від сараю, я без поняття. Куди він дівся? А ти тут день я не бачила, ні? Обично я завжди штани ложив, а потім там вішав його ключ на місце. Странно, куди я ті ключі дів. Так, щоб я со двора виходив з ключами, не виходив, щоб потеряти. Десь тут потеряв. А може десь в штанах або в курточці треба подивитися. Так. А я сюди закриваю, лише на собі. Тетка не платила, пахтила. Та не пам'ятаю, де я дів, та й все. Рідка казала, мене на неї Маргарита казала, так коло церкви там жила. То вона казала, шукає, загубила свічу, де я не шукала, не знайду. Якимсь демоном вона казала, знайди, а тобі каже, на другий день йди. Та я не знаю. І знайшла. Вона мені казала, як. Якийсь заговор треба говорити, да? То може і так, не знаю. Який заговор?